14 и 15 марта в Московском конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоялось главное мероприятие года в России и СНГ в области ритейла – пятый международный ПЛАС-форум онлайн и офлайн ритейл 2018. Более 1000 делегатов от российских и международных ритейлеров, банков, разработчиков технических и IT-решений обсудили актуальные вопросы развития офлайн и онлайн-торговли. Выступления спикеров на конференции и стенды в выставочном зале были посвящены вопросам ведения бизнеса в современных реалиях, актуальным подходам к маркетингу, продажам и системам безопасности, а также внедрению новых финансовых и цифровых технологий. Инновационные решения, пришедшие в онлайн и офлайн ритейл, позволяют значительно повысить эффективность бизнеса и открывают новые возможности взаимодействия с клиентами. Компания Checkpoint, ставшая генеральным спонсором форума, представила эффективные комплексные решения по предотвращению потерь и повышению доступности товара на складах и полках магазинов на основе производимого противокражного оборудования, ПО и высококачественного сервиса. Компания Checkpoint является мировым лидером в области антикражных систем и комплексных решений в этом направлении с опытом работы 50 лет. В 2017 году компания Checkpoint была официально представлена на территории России. В 2018 году компания Checkpoint представила новые инновационные решения, такие как антенны линейки NEO с самым широким в классе проходом в 2,7 метров. Также представлен новый программный продукт, который называется HALO, который создан для того, чтобы собирать полную статистику со всех точек продаж, следить за перемещением товара между распределительным центром и магазином, а также осуществлять замер конверсии и количество посетителей внутри магазина, то есть снимать все данные со всех продуктов компании Checkpoint. Все эти продукты будут представлены во втором квартале 2018 года. Сегодня на нашем стенде представлены комплексные решения для ритейла. Это антикражные антенны, металлодетекция, группа товаров линейки Альфа, счетчики посетителей, а также магнитная детекция для предотвращения краж в раздевалке. Сегодня представительство Checkpoint работает в России, взаимодействуя с клиентами как напрямую, так и через своих партнеров. Российский ритейл может воспользоваться новейшими антикражными разработками и получить современный, качественный сервис напрямую от мирового лидера. Системы Checkpoint прекрасно масштабируются и работают как в небольшой торговой точке, так и в сетях регионального и федерального масштаба. Checkpoint предлагает решения практически для всех товарных групп, видов упаковки и форматов торговых залов. Прошедший форум в очередной раз продемонстрировал, что для современного ритейла внедрение технологий по сокращению потерь становится вопросом общей эффективности бизнеса. И Checkpoint делает все, чтобы предоставить клиентам самые совершенные и на 100% работающие решения.